Крупная авария произошла сегодня на пересечении улицы Артема Айдинова и Щербаковского переулка. Там столкнулись Рено Сандера и микроавтобус «Форд». По предварительным данным, один из участников столкновения решил повернуть в неположенном месте. Это и послужило причиной происшествия. Вся Миниазова с подробными деталями. Водитель микроавтобуса поворачивал налево сюда. Вот, против знака. Наверное, на Артема Айдинова. А ему нельзя этого было делать. Прямо передо мной он как бы выехал, и все. Водитель Рено Сандера рассказывает, ехал на работу, направлялся с улицы Бутлерова в сторону Вишневского. Говорит, правил не нарушал. На перекрестке улицы Артема Айдинова и Щербаковского переулка на разрешающий сигнал светофора хотел проехать прямо, но это у него так и не получилось. Помешал микроавтобус. Молодой человек уверен, что вина в аварии полностью лежит на водителе Форда. Последний же так не считает. Говорят, вы виноват, да, в аварии? Да нет, как говорится, не надо комментарии. Зачем комментарии-то? Вину свою никто признавать не спешил, однако со слов водителя легковушки, мужчина на Форде поворачивал налево в неположенном месте. Такой маневр здесь запрещен. Столкновение было сильным. У автомобиля Рено практически полностью смята передняя часть и сработали подушки безопасности. У микроавтобуса же пострадал правый бок. Виновника теперь предстоит выявить автоинспектором. Нафиса Миниазова, Азат Самигуллин, вызов 112.